Накину-ка я капюшон. Этих молодцов кто-то потрепал. Сюнин, укажи путь. Нужно быть готовым ко всему. Надеюсь, скоро вернешься. Мне пора. Я на месте. Сигурда здесь нет. Расспрошу людей. После орлов Идвин вечно кровь да грязь. Ты хозяйка трактира? А ну, проваливай-ка. Хватит с меня данов на сегодня. Я не причиню беспокойства. Просто ищу брата, здорового северянина. Так это из-за него весь шум-гам? Он и тот другой говорили с Теном Гедриком. Но тут явились люди Идвин. Началась драка. Твой брат и его загорелый дружок сбежали. А вот Гедрика схватили. Жаль мне его. Его здесь очень любят. А куда пошел мой брат? Как сильно ты хочешь это знать? Я задал простой вопрос. Слушай, попробую что-нибудь учудить, Дан, и я позову на помощь. Вижу, ты уважаешь Гедрика. Он говорил с моим братом, потому что печется о благе этого Шира. Думаю, ты тоже хочешь, чтобы Оксенфорд Шир и впредь решал свою судьбу сам. И готова защищать деревню от тех, кто посягает на ее свободу. Хочется верить. Значит, ты поможешь мне найти друзей Гедрика? Само собой. Твой брат и его друг выпрыгнули вон в то окно и побежали к реке. Наверняка спрятались в одном из сараев с рыбой. Разведай местность. Сигурд и Басим шли на юг. Они недалеко. Поищу их у реки. По запаху сарай с рыбой. Здесь можно спрятаться. Стой! Нет! Аллан Васахлан Эйвор. Мы тебе чуть брюхо не вспороли, брат Волка. Ты что дергаешься, братец? На тебя не похоже. Нас разыскивает половина Шира. Мог бы и заметить. Ты поэтому не вернулся? Играешь в прятки с воинами Мерсии? Твой брат очень занят, Эйвор. На него навалились дела.
Рад снова видеть тебя, Басим. Хоть тебе и не удалось направить моего брата к цели. Не мне водить его за поводье, словно кобылу. А звучит неплохо. Брат, нам нужно искать союзников. А он пусть вернется в свой загон и не путается под ногами. О, боги, Эйвор, я так рад, что ты с нами. К слову, о союзах мы делаем успехи. Дэн по имени Гедрик поклялся мне в верности. Слышал о нем. Трактирщица также упомянула предводительницу воинов, Идвин. Чем не союзница? Муж леди Идвин был элдерменом, но погиб в сражении с армией Гутрума. Она продолжает его дело, и Альфред, король Уэссекса, обещал ей поддержку. Идвин поклялась отомстить данам, лишившим ее всего, что у нее было. Мы слышали, что Альфред грозный король. Если он поддержит Идвин, Шир отойдет Уэссексу. И вы решили дать ей отпор, поддержав мелкого Тена, у которого вся армия пахари да рыбаки? Верь мне, Эйвор. Пара сотен саксов с вилами и ножами – пугающее зрелище. Боги! Мужчины и женщины, знать и бедняки, каждый может стать чем-то большим. Да. Порой это величие недоступно для средних умов. Но теперь Гедрик в плену у Идвин. Ваш замысел обратился в пепел. Нет, но нужно спешить. Ее пленников держат в длинном доме. С твоей помощью мы можем застать их врасплох. Если Гедрик наш единственный союзник, нужно действовать. Сигурд, не говори мне, что Басим втянул тебя в свои дела. Больше не веришь в меня, Эйвор? Я внял мудрости Басима, но он следует за мной. Всегда. Он из тех, кто полагается только на себя. Басиму присуща скрытность, но также мудрость и честность. Он открыл мне глаза на прекрасную истину. Обещал удивительную награду. Столь необычную, что можно лишиться рассудка. Брат... Наши узы крепче боевого топора. Не дай Басиму сбить тебя с пути предсказаниями счастливой судьбы. Ни за что. Цель неизменна. Скоро мы подчиним Мерсию, а затем и всю Англию. Но Басим очень прозорлив. Он смог разглядеть мудрость в чертах моего лица, слышал голоса моих предков и... Что ж, мы сможем вернуться к моей саге позже. Помоги мне, скорей! Сигурд, убей эту дрянь! Подождите! Гедрик предатель, его ждет суд, как и других тенов-изменников. Ты предала нас, Идвин! Зовешь Альфреда, просишь Уэссекс прислать армию! Закрой рот, Гедрик, прихвостень данов. Продаешь Шир Уэссексу и грязному мерзавцу Альфреду! Ха-ха, не выйдет! Ты не элдермен, Идвин. Немедленно уходи, и тебе не причинят вреда. Ах ты лживый язычник! Вонючая куча дерьма. Леди, советую выбирать выражения, ибо перед тобой будущий властитель всей Англии.
Сигурд из клана Ворона. Сложите оружие, отпустите моего друга и целуйте мне ноги. Второй раз повторять не стану. Сигурд, ты в своем уме? Может, лучше поцелуешь меня взад? Разговор окончен, займитесь ими. Освежуйте их живьем и пустите кожу на седло. Мы справимся. Что они с тобой сделали, Ядрик? Что за безумие здесь творится? Господь нам поможет. Господь придаст силу. Я скрылась, провались она в ад. Я рвался в бой! Надо было развязать меня! Гедрик, это Эйвор. Мой могучий брат. Рад встрече. О чем ты думал, Сигурд? Хотел очаровать ее своей надеждой на трон? Пророчеством, Эйвор. Не надеждой. Некогда вздорить. Идвин схватила почти всех Тенов Шира. Не вмешаемся. Они не доживут до вечера. Займись своими ранами, Гедрик. Мы спасем твоих друзей. Что насчет той божьей женщины, Фулке? Ты обещал устроить нам встречу. Верно. Но не понимаю, зачем вам понадобилось... Где она? Вам нужен Тен Хольд. Фулке живет в его землях. Но он умрет, как и другие, если суд состоится. Скажи, куда нам ехать? Их жизни зависят от быстроты твоей речи. К руинам Вули, к юго-западу отсюда. На полпути к Оксенфорду. Эйвор, Басим, по седлам!